Хинкали! Хинкали! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. А, дубль из аэропорта, дубль 2. Запись первая. Сегодня 3 июня 2012 года. Здесь Москва, Внуково, романтическая погода, романтическая атмосфера. Именно здесь начинается наша история о том, как сумасшедшие парни из Норильска, из Москвы, из Украины, из разных уголков России собрались в одной замечательной стране под названием Грузия. Грузия, прилетели на своих самолетах, и там начнется шикарнейшая свадьба с превосходным финалом, сочными шашлыками, со всякими историями. Мы полетим туда, и потом полетим обратно. И что будет там, мы пока не знаем, но Вадим, Настя, это видео мы посвящаем вам. Полетели в Грузию. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold, only shooting stars. Люблю летать у окошка и у прохода одновременно. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to give up. Все, он здесь, в Грузии! Тот самый самолетик. Ну что же, свадьба в Грузии отличается тем, что здесь сбываются любые мечты, любые прихоти, любые ваши загадки вашего мозга тут превращаются в реки вина и отдых с шикарным грузинским вином, настроем и настроением. Итак, продолжая путешествовать, полетели дальше. Вообще пока никого не знаю. Мы все на хворе думают, а русские приехали. Он даже на камеру не снимает, смотрите, на фотоаппарат. Итак, разрешите представить вам молодоженов. Вот они здесь в таких костюмах. Все надели эти костюмы, чтобы быть как можно ближе к ним, как можно больше похожи на них. Итак, это Вадик, и сейчас мы слышим его голос. Вадим! А, да, друзья, всем добрый день. Немножко расскажу об истории этих костюмов. Действительно, на свадьбу нужен был специальный дресс-код, поэтому мы выбрали желтый, голубой и черный. Черный, естественно, мы находимся в горах. Это Кавказ, Грузия, это земля. Синий. Над нами прекрасное синее небо, бирюзовое прекрасное небо. Ну и желтое, как вы видите, мы сейчас находимся на рафтинге, после которого, я думаю, что и желтый цвет будет актуален во всем нашем дресс-коде. Спасибо, это был Вадим, аплодисменты, лапы! Вот это рафтинг. Настя, этот фильм будет посвящен вам. Два слова в самом начале, мы начинаем сходить с ума еще несколько дней вперед. Отлично, спасибо, два Настенька, мы начинаем Rough Party. Let's go. It's hard to argue when you won't stop making sense. My tongue still misbehaves and it keeps digging. Just keep
Итак, друзья, добрый день. В эфире передача Мангал ТВ. И сегодня мы с вами поговорим о знаменитом грузинском шашлыке. Знаменитый грузинский шашлык, или как его еще называют у нас в России, пальчики оближешь, создан специально лучшими кулинарами этой волшебной страны для того, чтобы было чем закусывать чачу. А рецепт шашлыка очень прост. Немножко хорошего настроения, немножко горного воздуха, совсем чуть-чуть кавказского гостеприимства. И грузинский шашлык, о котором ходят легенды не только здесь, на Мангал ТВ, но и по всему миру. Итак, друзья, как мы видим, все готово. Мангал ТВ продолжает свое победное шествие по набережной реке Арагви. А голодные люди! Все ли готовы к приходу шашлычка? Мангал ТВ, всегда хорошее настроение. Как мы будем действовать? 3-4. Напомните правила, кто камнет тупчик из хинкали на пол, того депортируют из Грузии. А хинкали, которые нас радуют столько лет нашей жизни, столько дней наших нахождения в Грузии, на самом деле мы, если я правильно понимаю, мы находимся на родине хинкали. Это та область Грузии, где были они, собственно, придуманы. Если вы ели хинкали в Тбилиси, вы заметили, что они совсем другие. Да. Здесь вот такие хинкали. Это то, как они изначально были задуманы. Это божественный вкус. Это вам не пельмени, ребята. Hello. Хинкалька. Внимание! Алексей, команды! Хинкали! Хинкали! Екатерина, срочно пройдите на посадку.
Сейчас мы выезжаем в Сигнахи, в деревню Любви, в город Любви, где будет проходить свадьба. Главное — собрать людей, взять багаж и быть готовым ко всему, потому что там может свариться, случиться все что угодно. Друзья, мы с вами находимся в прекрасном городе Сигнахи, или как его еще называют, город любви. Сейчас вот последнее приготовление к тому, что попозже потомки этого славного города назовут новое рождение Сигнахи. Потому что, чувствуя энтузиазм от друзей, чувствуя потрясающую готовность гостей праздновать свадьбу, я думаю, что не только неба и земли будет мало на этой свадьбе, будет мало и прекрасного, красивого города любви Сигнахи. Везет нас в ЗАГС. Ей очень жарко. Очень жарко.
cracks in the concrete, breaking the ground beneath your feet. По законодательству Грузии официально вы объявляетесь мужем и женой. Зафиксировано законодательством Грузии. Вашими подписями и фиксируется ЗАГС. Свидетельство о заключении брака, которое передается торжественно. День, к которому мы так долго шли, так много пили, так старались, так не досыпали, так не доедали, пока досыпал и доедал за нас. Но стали прозрачными. Стали прозрачными, наступил. И сегодня мы стали мужем и женой, разреши от имени Сигнальского ЗАГСа и себя лично поздравить тебя с этим эпохальным событием. Хотя я тебя поздравляю с днем бракосочетания.
прекрасный день. Сегодня пятое. Ты готова? Я готов. Поздравления от Кравчуков. Ну понял, что, блин, наше дело предложить их не отказаться. У нас сегодня день бракосочетания Настяши и Водяши. Настяши и Водяши. На самом деле свадьба отмечать в Грузии очень здорово, место необычайно прекрасное. Такое же, как и вы сами. Люди здесь прекрасные, доброжелательные, очень гостеприимные, тоже соответствуют вполне вашей паре. Я понял. Ладно, Андрюх, давай, занят немножко сейчас это. Меня снимает скрытая камера. Вот, и я хочу пожелать ребятам, чтобы вот эта энергия жизненная, она всегда в них царила и всегда помогала им в жизни, чтобы в жизни не было никаких ни препятствий, ни ничего такого, что могло бы заставить их грустить. Так, Вадим. И хочется пожелать им, чтобы как можно чаще их окружали такие замечательные люди, как мы. Друзья. Дома, на работе, всегда. Мы всегда хотим быть вместе. Поздравляю вас с вашей официальной датой. Больше впечатлений. На самом деле очень много. Очень по-грузински, с позитивом. Там можно, ты ж муж, ты жена, целуйтесь, молодцы. Я пошла, и она ушла, и нам оставила ЗАГС. Мы одни в ЗАГСе начали расписываться, фотографироваться, угорать. Вот сейчас тот самый фрагмент. Вадим Красносельский, Урухашероду, Анастасия Васташева, Варису, Лажу Дружена Ракоса. Ха! Особенно, Бориса Вашева Ракоса. Вот так, Вась! Урусов Анастасия Таша Вороси, Хада Вадим Красносельский, Рака, Муша Росонга. Ха! Вороси! Вы можете бороться, но можете бороться, я пошел, бороться, спасибо вам, Бетлари, бороться, вот это было смешно, да? Но день, но ощущение... самое, что запомнилось, это тамада. Все-таки. Тамада. Тамада. Да. Я не могу прибить, давай к землю. Я хочу выпить за ваших друзей. Ровля вас, Макита Гааля Мазис. Которые сегодня украсили на стол. Маза, маза, маза. Thank you.
Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
We let all these moments pass us by. Ребята, а что это я нашел? О, это мой фотоаппарат. Да, он был на заднем сиденье машины. О боже, и фотки есть? Да, хуже, чем мы предполагали. Не выдумывай, ну-ка дай. Постой-ка, нет, минутку. Мы лучше посмотрим их вместе, ладно? Только разок. А потом все удалим. А давайте удалим их прямо сейчас. Ты рехнулся? Я хочу узнать, как попал в больницу. Там это есть? А то как же. Итак, только разок. Да? Да. Ну ладно. Да. Господи боже мой! Это классика! With my swagger, hop in there with yo. I got places to go, people to see. Time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind, where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Dewey, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, 'cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot 'cause we ballin' this platinum Patron every hour. Lil' mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie power. Дорогие друзья,